Всем привет, меня зовут Юлия Калядина, и я вместе со своими друзьями решила снять следующее видео, чтобы показать всем, и в первую очередь вам, мужчины, как иногда ваши попытки познакомиться перерастают в самое настоящее хамство. Следует автобусы, Серпухов, отправление 18:00. Привет. Привет. Спасибо. Спасибо. Здрасте. Здрасте. Ждете 613-го? Ну что же мы сидим тут твоим задним столом и не разговариваем? Ну, я не как хочу знать. Зовут? Я не знакомлюсь. Ну, не просто из приличия. Игорь. Очень приятно, Игорь. А у вас как? А я не знакомлюсь. С хорошим магазином белья есть. Это уже наглость. Я туда зайду, я думаю. Даешь? Да, обязательно. Я могу посмотреть. Так а как же ты поймешь хорошее белье? Че ты такая вся неприступная? Меня зовут Юля. Давай я спокойно пообедаю, а ты обязательно найдешь кого-то еще. Все, сиди одна. Водичку забыл. Ну и ладно, ты попей. Вы обознались? Привет, что смотришь? Надписи. Вы с тобой знакомы? Нет. Давай познакомимся, у меня Леша дома. Нет, извини. Неплохо. Нет. Извините, но вы, наверное, ошиблись. Да, я же знаю, что я не ошибся. Я не курю, извините. Как это? Я не знакомлюсь, извините. Ну, здесь не очень интересно. Пошли, может, прогуляемся куда-нибудь. Я много интересных мест привезу. Нет, спасибо. А мне хочется по городу прогуляться? Хорошие собачки. Ну, может, не знакомиться, может, мы просто как-нибудь встретимся, там, не знаю, куда-нибудь сходим. Извините, я не знакомлюсь, я пошла в парк отдохнуть. Я же тебе не предлагаю жениться, можем просто приятно провести часок. Не надо. А что такая неприятная? Ну, потому что я не хочу знакомиться. А я хочу. Нет, ну, наверняка ты очень хороший парень, но в данный момент у меня, во-первых, есть молодой человек, во-вторых, я пошла отдохнуть в парк, и я пришла не за знакомством. Да, посидим где-нибудь. Нет. Может, походим ко мне, отдохнем чуть-чуть. Компания, да? Ну, у вас хорошая компания уже. Да подожди, да куда ты идешь? Надо меня трогать, молодой человек, вы с вас ушли? Можешь идти гулять дальше, спокойно меня оставить сейчас здесь. Пожалуйста. Давай лучше ты иди гуляй. На тебя накричать, что мне сделать, чтобы ты отстал? Накричать не надо, ты же не дура. Ой. Извините, но я правда не знакомлюсь. У меня есть молодой человек. Это я самый. Хуй с этим молодым человеком. Не надо меня трогать. Нормальные люди. Чего ты трогаешь? Что ты трогаешь? А что ты уходишь? А что ты меня трогаешь? Возможно, кто-то узнает себя в данном видео и, возможно, пересмотрит свои взгляды на знакомство. Что я хочу этим видео вам показать? Друзья, ни одно мое слово не помогло при хамстве. Я надеюсь, найдется способ как-то с этим бороться.